Знаете ли вы страну такую, древнюю и вечно молодую, где в лесу тетерева такуют, словно песней сердце околдуют, где, коль праздник, от души ликуют, коль работа, гору дай любую. Знаете ли вы такой народ, у которого 100 000 слов, у которого 100 000 песен и 100 000 вышивок цветет? Приезжайте к нам, и я готов это все проверить с вами вместе. Ну вот, мои хорошие, вот этот головной убор передалось нам от бабушки моей. А потом вот когда вы вырастете, будут вот этот вот головной убор у ваша будет, или твоя, Танюша, будет, или у Таисии это будет, так ведь? Вот, бабушка передаст им. Это вот старинный головной убор, который сделан из старинных монеток. Головные уборы делать я научилась от мамы своей. Она у нас по всей деревне всем делала эти такие головные уборы. И для девушек, и для женщин. Девушки одевают вот такой головной убор, а у женщин вот у меня на голове, которая.
Шангара,